Не слышу счет, девочки, мальчики. Да. Унди счет. Громче, громче. Так, пошли. Не слышу еще. Слышишь, покажи. Кристиан, экзерчисы. Покажи, что мы делаем. Вот. Ум, дой, день, два. Ум, дой, давай. Я ж на парад, приходи.
Так, стоп, внимание,
левее на живот. Левее на живот. Значит, еще раз. Я подберу упражнение. Скакалка туда входит. За одну минуту нужно сделать 150 раз. Это 10. 140. 5. Андрей, почему не слушаешь? Я слушаю. Поверни себе лицом, как бы. Пожалуйста. Пожалуйста. Да. Ага. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Это вот так. Да, то вижу одну щеку. Где ты еще назад? Отползи назад. Беатрич, я, наверное, тебя это найму, наверное. Я тебя сюда тряпку. Нашли, и будешь ползать. Это убираешь. Это кварда. 150, 140, это 9 и так далее. Вот и обязательно. Вечевой. Приготовились? Что? Вечера. Вот и. Приготовились. Пошли. Хаджина. Пошли. Уно. Двое. Три, патру, чич, шесть, семь, восемь, девять, десять. Топ, мотер. Теперь я сделаю другое заявление. Топ, заявление. Значит, Андрей, послушай меня внимательно. Все послушайте меня внимательно. Значит, есть у вас... Папа принес или мама принесла банку меда, да? Олеся подошла? Не съела. А если у нас аллергия на мед? Олеся, если хорошо. Хорошо, ничего страшного. Принесла банку меда, не для тебя. Принесла, а Беатриче подошла, туда плюнула. Кто-то будет кушать из твоей семьи? Я, да. Не будет. Выкину все шага. Не будет. Так и здесь, если в группе... Так много разговариваете. Если в группе есть один человек, который приходится делать все время замечания, мне приходится отвлекаться, другие смотрят на него и тоже не делают. Значит, с таким человеком я буду расставаться. С таким человеком я буду расставаться. Я этого человека из группы вычеркну, он сюда ходить не будет. И возьму все разговоры. И возьму другого человека. И все. Тот, который... Андрей, вставай. Вставай. Значит, тебе говоришь, что я не понимаю. Ты балуешься, начинают остальные баловать. Мне это надоедает. Я тебя просить не хочу. Ты пришла сюда. Выполняй то, что тебя просят. Если тебе здесь не нравится, перейди в другую секцию. Уйди с этой секции. Но если ты будешь повторять еще раз, значит, я с тобой расстанусь. Вот ты даже сейчас не можешь нормально стоять. Сели на колени. Да, легли на спину. Легли на спину. Спина. Пресс делаем. Приготовились. Колени согнутые. Третий счет. Хаджина. Уно. Давай. Давай. Что ты мне катаешь? Приготовили. Три. Патру. Чинч. Шаса. Шапта. Оп. Ноу. Зече. Легли на живот. Чинч. Моте. Так. Топ. Показывай, Олесь. Чинч. Моте. Нет. Нормально. Поднимай. Не с колен. Не с колен. Так, да, нормально, как понимаю. Давай, вперед. Вперед! А зачем удобный человек здесь? Ты упадешь, руку поломаешь. Жасмина, три. Еще два раза. Четыре. Пять. Почему жасмина может? Пожалуйста, Беатрич. Что? Сколько? Чей-чой. Нет, не с колен. Пошла. Давай, давай, давай. Я не могу считать. Что ты улыбаешься? Все же деньги, мамочка. Так. Макарошевская. Виктория. Уно. Двое. Три. Патру. Чинч.
Так, Артём, чьи еще? Я еще так мало. Ты слышишь, я считаю или нет? Ты не слышал, значит не считается. Ниже, пошел. Не спеши, стоп. Руки ближе. Смотри на меня. Раз. И зафиксируй здесь. Пошел. Уну. Три. Ниже. Три. Патру. Чинч. Вадим. Ниже. Ниже. Уну. Дой. Три. Патру. Патру. Чинч. Пошел, да. Уну. Дой. Дой. Не фиксируй. Трей. Патру. Чинч. Стоп. Так, встали. Кристи. Давай, Кристи посмотрим. Уну. Дой. Трей. Патру. Чинч. Стоп. Самый лучший, я тебя сегодня награждаю, тебе приз сегодня, в конце тренировки получишь. Я тебя даже не... Как ты делаешь? Ты к тренировке должна готовиться. Не получается? А кушать получается мороженое, да? А если мороженого нет, ты хочешь маме и просишь денежку, чтобы тебе дать? Да. Нет? И не кушаешь вообще мороженое? Ну, значит, тогда ты не получишь мороженое. Так, все, внимание сюда. Скакалки ко мне. Вопросы потом. Скакалку, пожалуйста. Скакалку, пожалуйста. Вот смотри, все сдали скакалку, стоишь, прыгаешь. Мне приходится делать замечания, останавливаться. Стоп, внимание сюда. Встали, мальчики там, девочки там и девочки здесь. Лицом ко мне, запрашивай. Где вы должны стоять? Где ваш квадрат? А, Жасмина, сюда, где ты стояла. Что вы сели? Встали сюда, встали. Руки за голову. Чинч Ашизе. Приготовили. Чинч Ашизе. Уно. Дой. Трей. Патру. Чинч. Так, легли на живот. Значит, еще раз. Сейчас вы встаете. Вы должны перепрыгнуть вот этот мат. Отсюда туда. Перепрыгнули. Прыгнули с места. Разворачиваетесь. Отсюда прыгаете. Раз. Прыгаете туда. Ставим. Так, Вадим, Я не вижу, Беатрича,
это или крючки? Я против. Вы сделали? Да. Сделали? Так, Матэ, девочки, сюда сели, ушли сюда сели. Да, поехали. Сели туда. Значит так, я даю пять. Артём, встань сюда, пожалуйста. Вот сюда. Вот мяч. Мяч – это не легкий мяч. Тяжелый. Тяжелый. Он не тяжелый. Еще раз. Я перед тем, как бросить мячик, должен посмотреть. Перед тем, как бросить мячик, должен посмотреть в глаза. Если он на меня смотрит и руки держит, тогда я ему бросаю. А если я делаю? Если я смотрю? Тогда я не бросаю. Говорю, Артем, готов? Да. Руки. Теперь смотрите, видите, одна нога впереди сзади. Раз, бросок. Оп, давай. И отсюда, не задерживаем мячик. Бросаем мягко, если он бросает, или высоко, легко, говоришь ему, чуть-чуть ниже. То есть и отсюда броски. Этих бросков должно быть 500. Он 250 и я 250. Так, бери, пожалуйста, да, садись сюда и вперед. Вы вдвоем. Нашел, Крис. Что вы стоите? Все. Куда? Вика, сюда. Беатрича, где упаешь? Бегом, бегом. Вика, Беатрича, ко мне, вот сюда. Все. Один здесь, другой, одна здесь, другой взял. Так, Жасмина. Ну правильно, как ты хотела? Жасмина, где упаешь? Алиса, где упаешь? Так, Михаил, кто там еще? Андрей. Андрей, давайте. Вот туда рядышком. Пошли, пошли, пошли. Как ее? Сядь, пожалуйста. Пошли, пошли, бросаем, бросаем. Что нам делать в этом замке? Теперь нет бола, если вы бросать мяч не умеете. Быстрее, быстрее. Так, где-то у нас здесь попал. Есть, слушай, пожалуйста. Пошли, пошли, пошли. Без остановки. Артём! Да. Сиди. А можно с ногтями здесь? С ногтями? Нет, я сделала. Еще раз. Я потеряла. Я потеряла. Да, бросаем, что, что ты делала? Пошли, пошли, пошли. Все побросай, я сяду, видите, тот мячик. Тот мяч. Пошли, пошли, пошли. Руки где, Михаэла? Я прыгала.
Так, да, мячик сюда. Вот этот мяч вот под стол сюда. Так, окей, сели на колени, ждем, ожидаться. Пошли, Аранкари, Аранкари, пошли. Ай, ай, ай. Работай хорошо, делай тренировки. Я тебе дам бороться. Можно тренировки, я тебе дам 10. Дашь 10 минут. Все на ключе. Дальше нужно все-таки бороться. Так, стоп, Матэ, бери на живот. Лицом ко мне. Так, послушайте меня внимательно. Как я вас отправлю играть перед Богом, вы мячик поймать не можете. Да? Посмотри, где мяч. Бьем быстро. Стоп, не разговаривай. Еще раз, вы придете туда, мячик пройдет, один раз, второй раз, проиграйте мне 15-2, что я вас туда водить буду? Нафиг мне это надо? Не проиграйте. Все потом будут ходить и говорят, а вот зудаисты выиграли, и все будут надо мной смеяться. Вот поэтому я вам и даю, сначала вас учу, а потом пойдем туда, должны выиграть. А если не выиграть, должны так играть, что это у этих зудаисты, они в любом не умеют, они играют. Да, они проиграют, но они играют. У меня сестра, мастер спорта по настольному теннису. Начали играть. Я вижу, конечно, она лучше играет. Я говорю, знаешь, что, сестричка, ты самая умная. Сделаем так, ты мне фору даешь. Все. Дала мне фору, я упирался. То есть, знаете, какой фора, нет? Да. Мы играли, раньше счет был 21. Вот тот 21 набрал, тут партию выиграл в теннис. Я ей сказал, все, у меня 15 очков, а у тебя 0. Все, играю. Ты мастер спорта? Она говорит, ну, а ты что же мастер? Я говорю, давай поборемся. А, не-не-не, ну все, тогда давай поборемся. Я не помню, 5 или 10, я упирался до конца. Она, знаете, что? Вы типа не учат дудаисты, не хотят проигрывать. Правильно. А для того, чтобы не проигрывать, я стараюсь дотренироваться, чтобы она второй раз пришла, чтобы я дернул ее. Так, сейчас смотрите внимательно. Сейчас вы бросаете мяч друг другу. Вика, дай мяч, пожалуйста. Вика, вставай. Значит, посмотрите внимательно. Стоп, ты остановилась. Вот Вика остановилась. Я бросаю мяч. Оп, стой на месте. Теперь я убегаю в другое место. Потому что все будут бегать. Раз показал руки, Вика кидает, теперь Вика бегает. Вика бегает, я смотрю, раз она остановилась, руки, да и показывают, руки, и бросают. То есть все время бегаем, бегаем здесь, бегаем здесь, бегаем там. Встали, по парам. Объясни Кристи, пожалуйста, Вадим. Итак, движение. Аджаме, пошли. Пас, движение. Пошли. Двигаемся. Кто вы сюда прибежали? Туда? Сюда. Беатрича, туда уходи. Уходи туда, да. Уходи туда. Вот. Двигайся, двигайся, двигайся. Прячься, прячься. Стоп, сюда не забегаем. Стоп, сюда не забегаем. Там бегаем. Туда. Пошли, пошли, двигайся. Руки. Убегаем.
Посмотри там у меня. Так, стоп! Мате, леви на живот. Тревой, моте, приготовились. Уно, двое, три, пресс, тревой. Уно, двое, три, стали, ашизей, тревой. Приготовились. Уно, двое, три. Значит, внимание, подержи. Внимание сюда, сейчас работаем так. Актерчик возьми мяч. Нет, не их. Возьми мяч, встань сюда. Посмотрите внимательно сюда, что мы делаем. Артем мне бросает мяч и идет на меня. Я иду назад, он идет ко мне. Ну аккуратно, тихонечко. Раз, назад. И я иду назад, он вперед, вперед, назад. И двигаемся, пошли. Маркиза, где вы? Как учёба? Чаще, чаще бросаем, чаще, ближе мы становимся, двигаемся, двигаемся. Далеко, да, камера не подходит, двигаемся. Так, стоп, Матея, Артём ко мне, мячик ко мне, смотрите внимательно, расстояние маленькое, нет, остановись сюда, там стойте, бросаешь мне мячик, только не туда, а вот сюда, в руки, двигаемся, руки, оп, и бросаем сюда, оп. Вот боком становимся. Пошли. Один. Пошли, пошли, пошли. Боком становимся, двигаемся. Крися, Крися. Ближе, ближе, ближе. Алиса, Алиса, ближе. Стоп, девочки, стоп. Идите сюда. Также, на здесь, сюда. Девочки, сюда. Сюда и сюда. Мы здесь. Я встаньте сюда. Вот сюда. Вот сюда. Вы идете, девочки, вы идете сюда, потом сюда. Все, все вместе. Так же, пошли. Пошли, 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 не пошли. Еще, еще туда, еще. Хорошо. Михайлович, сильно кидает. Так, стоп. Мате. Верни на живот. Мальчик, чинь. Девочки, три. Куда? Ваши. Уно, двое, три, патру, чинь. Теперь послушайте меня внимательно. Если вы будете выполнять, сколько сказал тренер, это хорошо. Старайтесь сделать один раз больше. Вот мне нравится, знаете, какая игра? Когда с другом говоришь, давай так. Я говорю, сколько ты сделаешь? Он говорит, 30, а ты 31. А, значит, он чемпион. Я говорю, вперед, они начинают делать. Раз, 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 раз. Тот закончил, который 30, этот закончил. Все, 31, я чемпион. Он говорит, да, я тебя обманул, я сделал 32. Оп! Чтобы быть в хорошей форме, я играл в шашки. Мы были на бассейне. Целое лето купались в бассейне. Купались, оплыли километр, полтора, 500 метров. Приходили час и плавали. Потом мы играли в шашки. Я с ними играл в шашки. Нормально я играю. Когда я договорился так. Кто выигрывает, отжимается 30 раз. Они, вау! Я говорю, что вы думаете, что вы выиграете? И я постоянно выигрывал. Сделал 30 раз,
вернее как, шашки выиграл, 30 раз отжался, шашки выиграл, 30 раз отжался. А я говорю, зачем ты вертываешь? Буду и хорошо в шашки играть, и в семье. А ты как был мешком, так и умрешь. Значит, сейчас посмотрим, кто из нас мешок, а кто нет. Я не. А, говорит всем. Да. Так, я мальчики, мальчики, вы подходите к девочкам, берете мячи, ставите туда наверх. Девочки, передайте им мячи. Встали, боец, взяли мячи, поставили туда наверх. Ну, сейчас будет, потому что девочки, она будет на поле. Девочки, ошибаться. Расстояние через стол. Вот, я бы, например, первый не пошел. Я всегда последний. Да. Так, эй! Сели. Расстояние. Значит, сейчас, девочки, такая игра. У вас мячик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. Мячик. Вы должны. Так, девочки, можно вас сюда, пожалуйста? Да. Встаньте здесь, пожалуйста. Надеюсь, кто-то сядет. Садитесь сюда, садитесь, садитесь. Просто если кто-то придет, комиссия, вы должны сразу раз рассредоточиться. Придет, например, комиссия проверять, да, кто-то за мат спрашивается, кто-то туда залез, кто-то тренер, кто-то по стулу. Скажет, за те деньги или не статься. Значит, будьте еще внимательны, приходите сюда, старайтесь перед этим лупником. Пришли, у нас вот эта штука есть, я ее поставлю, может быть, буду ставить там стульчик, это возьмите, сделайте. Вы должны иметь с собой специальный пакет. У нас есть. Вот, да. Значит, что нужно делать? Вы берете мячик и передаете друг другу. Вы должны сделать 10 передач. То есть раз. Вы можете между собой сюда. Подожди. Вы делаете 10 передач. Раз вы сделали 10 передач, вам один балл. Но мальчики вам будут мешать. Они постараются что сделать? Забрать у вас мяч. Если мяч ушел, например, сюда, нормально, можно играть. Если мяч сюда ушел, или вот туда ушел, за мат. Вот я говорю, опять мячик передается мальчику. Мальчики должны 10 раз передачу сделать. Нельзя бросать, нельзя подножки ставить. Постараться мячик или как-то в сторону отбить или. Сейчас я вам. Боец, снимите куртки. О, да. Туда. Андрюха. Мальчики бросаются, скупаются. Ой, он тебя. Ты можешь?
А, Вика, она сейчас придет, она к ключу пошла. Итак, девочки, и она пошла, она у нее снос. Вот ты все хочешь знать. Да. Ты же здесь стоишь рядом со мной, она вот здесь отпросила. Да. Так, девочки, вы готовы? Да. Вот только поэтому. Мальчики, вы готовы? Да. Итак, девочки убежали. Пошли. Пошли, передайте. Оно. Двое. Три. Патру. Стоп! Не двигаться, стоп, не двигаться. Не двигаться, стоп. Не двигаться. Ты стоишь где? Здесь? Он стоит перед тобой. Если мячик тебе полетит, то он заберет. Где ты должна стоять? Или с утром, или рядом, или отходить назад подальше. Стоп. Стоп. Стоп, не двигаться. Вот скажи, что ты здесь рядом делаешь? Ты мешаешь. И смотри, он тебя собьет. Мешаешь. Что нужно сделать? Надо чуть-чуть отойти. Когда они не знают, у кого мячик будет. Вот хотя бы здесь. Это минимум. Дальше. Беатрис. Посмотри внимательно. Как тебе тренер передаст мяч? Никак. Значит, ты просто стоишь. Что нужно сделать? Уйти назад. Ой, не надо. Вот хотя бы так. Приготовились? Так, 4 передачи есть уже. И Хаджина, открывайте. 5. Гоблиц. Беатрис. Стоп. А все. Стоп. Положили мяч. Так, девочки, центр. Девочки, центр. Ты не делай. Пацаны, пацаны. Сейчас мальчики будут передавать. Мячик ушел. Хаджина. Раз. Забирай. Девочки, передаем друг другу. Стоп. Разошли. Девочки сюда, мальчики туда. Ксюша, объясни им, что когда у вас мяч, чтобы они не стояли, да, ключи разошли. Поехали, ну, пальчик. Кого не надо, нет. Нет, так нельзя держать, это белый. Надо поставаться. У тебя есть 3-4 секунды, чтобы дать вам. То есть, если он мячик взял, тебе надо позвонить попросить. Надо перейти. Так что? Потом мне скажешь, ты можешь как-то собираться, просто потом скажешь, что ты делаешь. Дыньку. Внимание! Вы готовы, девочки? Да! Закрывайте кого, мальчиком закрывайте, почему вы стоите? Аджина! Три. Боля. Положили мяч. Мальчики в центр, девочки разошли. Мальчики в центр. Стоп. Девочки чуть-чуть разошли. Посмотрите внимательно. Еще раз. Ты кидаешь ему. Или ему. Сможет он издалека словить мяч. Вряд ли. Поэтому думай. Видишь, думай. Не, Артем. А ты должен открыть. Приготовились? Аджи! Уно! Двое! Три! Уно! Двое! Стоп! И ко мне включим сразу, Беатриса, сюда. Так, сейчас все ко мне. Сейчас девочки начинают мальчики приготовки забирать. Аджина. Стоп, Матей. Стоп, Матей. Посмотрите внимательно. Вы кидаете туда, где мальчик стоит. Зачем вы туда Андрей, кидаете? Ты хочешь получить мяч. Жасмина, ты хочешь получить мяч, руки здесь держишь. Покажи руку. И она тебе кинет. Беатриса, Света смотрит. Все руки здесь. Я не знаю. Приготовились, мальчики. Аджи.
Uno. Мы здесь не возмущаемся. Все старались. Если он не будет стараться, мы его накажем. Посмотрите, все старались. Готовы? У них все передачи. Они впереди. Акшен. Уно. Давай. Смотри, мальчики. Ко мне, сюда, бегом. Готовы? Акшен. Вот даже стоит. Уно. Стоп. Окей. Стоп. Бери на живот. Бери на живот. Бери на живот. Бери на живот. Никто не падает. Все стоят. Все стоят. Не надо падать. Представьте, представьте, что на свадьбе играли. Никто не падает. Все разговор. Никто не падает. Так, девочки, встали. Дисциплина. Аджиме, поехали. Ура! Давай. Сей, сзади. Патро. Чинч. Шатте. Шатте, ну! Стоп! Стоп! Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп, не стоп, еще раз. Смотрите внимательно. Вы же вот эти свои сумочки. Вот посмотрите. Она бросила жестко, хотела забрать. Нет, нет. Что с тобой? Что с тобой? Что с тобой? Мы играем или берем? Нет, я тебя веду в клуб, где ребята берут. И ты там будешь драться. Нет, нет, она, ты главное не спеши, ты очень быстро просто, не спеши, и все будет хорошо. Тебе, и, да, а кто у тебя забрал мяч? У кого забрал? У меня. Кто забрал? А, иди сюда. Вот там. Иди сюда, поворачивайся. Я сказал, у девочек мяч не забирается. А кто? Не дай передачи. Нет, послушай меня, не дай, не дай. Браво. Еще раз, подойдя, не дать передачу сделать. У нее не надо забирать, она девочка. Вот когда здесь будут играть мальчики, я разрешу даже бороться. Хорошо? А с девочками нет? Хорошо? Ну, хорошо, что они могут прыгать на нас. Ну и что? Если она прыгнет на нас. Вот меня всю жизнь наказывают, за мою сестру меня наказывают. Вот сестра что-то сделает, меня накажут. Я что-то сделаю, меня накажут. Ты всегда получал, и что? И что? И что? Ты мужик или нет? Все, держимся. Старайся аккуратно. Хорошо? Приготовились? Аджуле! Уно! Двое! Артем! 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 Передай девочкам мяч. Покажи мне. Кого не вышло? Готовы? Аджиме? Стоп! Мате! Мальчики туда. Девочки сюда. Ты встала перед тренером и бросишь мяч. Иди сюда, иди сюда, вертите, вот сюда, спиной, вот так, дерево спиной, видишь кольцо? Вот вы забиваете мяч в кольцо, мальчики, а вы в это кольцо, мальчики, девочки сюда, без подножек, без игры, готовы? Аджиме! Ой, я не знаю. Да,
Куда ты бежишь? Да. Что за разговоры? Стоп! 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 Сели на колени. Значит, первое. Отсюда издалека. Стойте, бросать не стоит. Нет, попасть маловероятно. И чаще всего, видишь, как там лампа, вот лампы страдают. А лампы перегорают, она стоит 20 лет. Мне же купол. Это первое. Это минимум. Вот такая лампа стоит 20 лет. Видите, уже там уже идет. Теперь посмотрите еще. Если мячик упал, не падайте. Постарайтесь взять рукой. Потому что тот упал, тот раз головой дает. Это первое. Второе. Не играть мяч ногами. Я беру руками, а мы раз головой. Приготовились, стали. Короче, я сбрызу. Ты сбрызу его! Да! Я его зачем туда сбрать? Возьми! Давай! Артём ко мне, Артём, играем. Давай нас
его глаза. Больно. Опять палец. Вот сколько Кристиан, смотри, стоит. Подойди, помоги ему. Держи, держи сильный, да. Вот тренера можно держать. И Беатричу можно держать. Остальные нельзя. А вот и начнем держать. Мате, кто? Мате, встали. Встали. Олеся, ко мне. Еще раз, пар тренера играем пока. Готовы? Пожми. Счет 4-2. Осталось 5 минут. Обрудь, обрудь, молодец. Напиши Артему. Аккуратненько. Ой, помогу! Шифти! Опять кричит, не кричит. Олег, сядь. Ну, не пускай тренера. Держать, держать тренера, держать за руку. За руку! Держи за руку! Где мяч у нее, там и держи. Держи, молодцы, отпускай. Лёша, Олеся, держи Беатриче. Вадим, держи Беатриче. Держи, держи тренера. Не давай, не давай. Держи, держи, держи. Цели, цели тренера, цели. Пас, пас сразу. Не дай бросить. 5-2. 3 минуты осталось. Блин, аппарат. Близко стоит. И выглядит аккуратненько, аккуратненько, Артём. Так, осталось 1,5 минуты. 5-2, мальчики собраться. Ну да. Это Кристиан. Зачем кидаешь от Кристиана, блядь, пас? Артёму. Пас Кристиану, убежать. И бросать, не убежать. 5-2. Аккуратно, аккуратно, да. Боля! Боля! Артём! Так, нет! 5-2, осталось минута. Молодец, Артём. Вадим, давай, давай, пас, пас, Вадимчик. Пас, это что? Ой, пас. Ты! Осторожненько, осторожненько, Артемчик, взяли. Держать, держать. Вот тренер можно. Хорошо. Не за майку, не за майку. Забрали мяч у тренера, пацаны. Мячик посередине ждали. Петки построились. Боец построились. Тема молодец. Ну, один кимоно. А, внимание сюда. Внимание сюда. Я считаю до 20. Повесить кимоно, пояса и построиться здесь. Петки просто становятся. Кимоно повесить всем. И отпишешь в кимоно. Вадим в кимоно. А вы вдвоем пешие или нарежете? Быстрее. Считаю на 10. Уно.
Стой! Кибуну, вот и я. Брызгай, мама! Покажи, мама, помоги ему полезть. Накрывайся. На, 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 брызгай! Я твой. Да, твой. Все. Вот, вот. Да кто? Олеся! Чьи я Петя, подождем. Олень, Петя, Олень, Петя, Олень, Олень. Трех, подожди, а кто у нас, кому я сказал, что? Ему. Ему, сейчас. Я тоже хочу приехать. Почему нам всем дают? Он отличил. Кристия, Кристия, Люкай. У меня дома мороженое. Он первый циник, молодец. Вот так, как он должен быть сделать. Оленяя, древ, девочки, обязательно сразу переодеться, одеться хорошо, потому что там прохладненько. Я потом погребаю это. Все, Ларри, до свидания. Да, поставь меня, пожалуйста. Ну, вот. Мобильные телефоны. Телефоны. До свидания, камера. Да, надо было бы еще раз. Бетрис. Бетрис, у меня.